Так, ну что, новый объект, заходим. Пока только у нас пришел материал, сшитый полиэтилен, инволюционные трубы. У нас тут будет сантехника и электрика. Это пентхаус трехэтажный, без цокольного, без цокольного этажа. Вот здесь у нас будет стояк, который закрываться. Уже отверстие просверлили. А здесь у нас будет канализация и стояк воды. Стояк воды будем делать из сшитого полиэтилена. Вот они у нас соединения будут. Все покажу, все, приступаем. Здесь первый этаж вообще делаться не будет. Года через два. Здесь на перспективу сотка, пятидесятка и дальше пошло. Сейчас Горбатого здесь сделаем. Для Горбатого надо 4 уголочка. Иди, Андрюх, подсказал малому, блядь, как делать. Иди теперь разъебывайся. Не понял, а я тут при чем? Раз. Я-то не играю сейчас. А что, проебался? 6-6. А, бывает. 2. Это у тебя 45-й? Угу. Это у нас 3-й, сейчас пойду за 4-м. Так, вот это уголочек у нас. Сейчас прочитаю, сколько. Ну, 45-й, наверное. 45-й, наверное, там. Где вот где написано? Хрен поймешь, да? Вот, вот он, 45-й. Вот, и вот 4-й. Чтоб какашки у нас плавно, без всяких брызгов, заходили вниз. Вот. Ух ты, ё. Сейчас пойду наверх. И буду. Ну вот мы засовываем. И у нас на первом этаже каналюга готова. Есть вода. Все, вот она. Как выглядит вот эта тут кривая. Достаточно одного, наверное. Не наверное, а точно. Держателя. Не обязательно второй ставить. Все, заглушки поставили. Ревизия готова. Все, переходим на второй этаж. Так, вот, перешли на второй этаж. Здесь у нас сразу первый отвод на туалет. Вот эти пятидесятки на раковины. Здесь они будут. Ну и сейчас нам заглушки поставить вот сюда вот. И дальше проходим на третий этаж. Горбатого здесь лепить не будем, вот здесь вот. Только ревизию поставим и все. Так, и теперь второй этаж тоже был готов. 110-й выход это под туалет. Полтинники выход под раковины, стиралки. Ревизия. Потом Горбатого дали, чтобы говно стекало, а не как пуля до первого этажа летела. Все, сейчас на третьем этаже сделаем и готова канализация. Тоже крепление есть, все закрепили. Сейчас заглушки засунем и все. И на этом пока все. И долбежка вот по этой стене пойдет.